До Дня знаний осталось меньше месяца. В городе начались проверки готовности школ к новому учебному году. В четверг глава администрации города посетил 50-ю школу. Всего на подготовку этого учебного учреждения к 1 сентября выделено 870 тысяч рублей. Они уже с толком потрачены. Все, что планировалось, мы сделали. Отремонтирован холл центральный, отремонтирован коридор второго этажа. Туалет у нас один-единственный оставался неотремонтированный у девочек начальной школы на первом этаже. Столовую привели в порядок, поставили там пластиковые окна, выполнили косметический ремонт столовой. Заметно преобразился и актовый зал школы. Вместо сохранившихся еще с советских времен кресел здесь установлены новенькие стулья. Это очень важно, ведь именно с актового зала 1 сентября начнется знакомство первоклашек со школой. Кроме того, в рамках проекта «Модернизация образования» в учреждение поступили 6 автоматизированных рабочих мест учителя, 3 интерактивных комплекса и 15 персональных компьютеров. Теперь один компьютер приходится на 7 учеников. Это очень высокий показатель. Мы не только покупаем новое оборудование, но мы его еще и модернизируем. Все вы прекрасно понимаете, что сегодня очень важно еще и иметь самое современное оборудование, потому что компьютерная техника, она быстро устаревает, и для нас очень важно как раз именно приобретать наиболее современное оборудование, которое позволяет учащимся пользоваться всеми современными информационными компьютерными технологиями. Серьезных замечаний при приемке этой школы надзорные органы не выявили. Все меры пожарной безопасности соблюдены. Учреждение полностью готово к приему учащихся. В ближайшие 4 дня комиссии предстоит проверить остальные школы города. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.